Доброго утра! У нас уже 10 часов, и мы будем завтракать. А тут еще у меня букетик живых цветов. Мы завтракаем сегодня запеканку. Девочки к нам приехали. Ты с игрушкой? Прекрасная новость. Завтракали, я сразу все убрала, грязную посуду в посудомойку, что там туда не входит, помыла. И сейчас поставила все на обед. Пюре у нас будет и утка. Все это уже в духовке и на плите. И потом, вернее, сейчас я иду убирать под навесом. Наконец-то меня этот навес уже поднадоел. Вот у нас несколько дней будет выходных от вязания, поэтому можно там прям намарафетить. Я, похоже, буду убирать снаружи, снутри навеса, сижу не снаружи, моет уже. Где дождь? Я не знаю, по-моему, поехал на велике кататься на улицу. Серьезно, папа же собрал ему велик, иди смотри. Все дети у нас. Половинку навеса мы вымыли. Вот эту вот часть. И окошечки теперь у нас тут чистющие. Да, папуля? Папа еще на улице вымыл. Все. В общем, теперь еще одна часть. И будет красота. Да, Марсик? Ну, набери ему в душе воды. Все, пошлите обедать. Антохе еще сегодня на танцы. Так, вроде недавно только наводила тут порядок, но все равно опять ничего не найти. А мне надо от мультиварки половничек такой беленький. Не знаю. Все, нашла. Вот такой вот. Сейчас будем поливать у нас пюре, мяско и все вот поливать. Это вот подливка. Да что это подливка? Ну а что вы так поставили? Так ты его все ставил. Вот, сейчас приехала, Антоху отвезла на танцы, и тут такой чистый навес, он просто обалденно чистый. Знаете, этой серии, где нажать кнопку «Сохранить», чтобы паучки тут не бегали. Да иду я, Афонька, иду. У нас 5 вечера, я наконец-то, вот даже 5:20, я закончила уборку. Йо-хоу, я безумно рада, очень рада. Теперь чистый навес у нас. В общем-то, все. Главное, что окошки чистые. Все хорошо видно, все супер. Полотенце в стирку. Что еще тут? Все от паутинки обмела. Здесь у нас рыба солится астраханская. Это еще не вся, еще один брикет, большой пакет в морозилке. Попозже будем сушить. Ну и все, в принципе, красота. А мы собрались на Красную площадь. Ух ты, ё! Что такое? Ничего. Вот ты протер свои. Только не... Приехали на Красную площадь вроде бы. Осталось только развернуться и встать на парковку. Ну вот это уже проблема, потому что пробочки от баскетбола, да, вот такие вот. Там что-то сегодня было, и все выезжают даже с регулировщиком. Так, мы приехали и теперь идем. Афоня с часами, да. Так, зашли сразу в Модис. Сейчас вот будем все раздеваться. Набрали тут вот таких вот классных походных 400 рублей. Не стоит, сейчас вот будем мерить. Это Афонькины. Джинсы Афоня себе выбрал. Что ты еще выбрал себе? Рубашку. Как у мамы. Как у мамы? Давай. Давай, давай, шустрый, давай штаники. Афоня выбрал себе рубашку. Нет, он чтоб видел. Все, тогда одевайся. Понял? Антоха выбрал себе кофту вот такую. Уже померили, нам все подошло, да? Так, а что нам еще надо там в Модисе поговорить? Ну, сейчас уже в Модисе ничего пока. Купили. Нравится? Сразу уже хочешь в ней ходить? Мы же вот, заплатить отлично. Же за нее надо. По-моему, классный костюм, да? Классный. Тебе нравится? Афоня сейчас сам расстегивает. Антоха еще себе кофту выбрал. Ты одевай, одевай.
Ну, застегивай. Маловато. Да, по рукавам маловато, надо чуть-чуть побольше. А ну да, я пойду. На хотя она 122, а Антохе всегда... Маловато, ну, надо... маловато. Вот это 122, ну по рукавам, да, надо чуть побольше, Антош. Прикольный. В щачьем отделе нам, конечно, ничего не нужно, но здесь очень милашные в модисе. Давай я сюда на работу. Мишки. Гламур... А вот антистресс, Жень, не хочешь? Котята. Пошли, какие чешки еще классные, да? Серебринные, ристые. Сумки. Все, пошлите дальше теперь. Че, мы в Фандей? Пошли, пошли. Это тот человек, который не ходит, не хочет ходить на танцы, да? Но танцует в магазине. Фандей. А. Ну, Антоха танцует. Ну, Гришку одеваем. Ну-ка. Как тебе? Можно куртку накинь сразу. А ты, Агля, куртка красивая. Ну да, мне тоже нравится. Если к ним еще такие ботинки вот такого же цвета купить, как вот носят, да? Как раз будет сразу. О, как раз. Она застегивает. Мам, подожди, а можно сразу? Гриш, застегивай. Ну, ботинки еще. Таким расцветом, только с шипами еще. Ну как тебе, Гриш? Нравится? Ну, берем, значит, такую. Зачем это вообще сделать? Ну, чтоб тебя не кололо молния. Ну, вот это ж посмотри. Ну, как? Ну, там пищалка, чтоб не украли. Ну, как тебе? По цвету все нравится? Не, ну, нормально, ну, нравится? Или еще посмотрим? Красивая? Смотри на этого человека. Он не хочет ходить на танцы. Алла Алексеевна же наша едет в Москву, везет девочек. Поступать. Ну, ты видишь, что ты... Здорово. Я хочу в Париж. Это папу надо ждать. Мама повезет тогда. Мама? С мамой, да. Мама с родителями. Тут уже Фандея, новогодние носки. Покажи, какие у тебя есть. Да, по номеру телефона. Ты знаешь мой номер телефона? А вот еще какие здоровские. Мне понравились. 2-6-5-5-2-3-6. Мне с носами понравились. Мам, у меня еще. Глория джинс зашли, какой воротник клевый, как будто этот. Каракуль. Каракуль, да. Надо маме такой это только, ну, синий. Ну, вообще сейчас 799. Так, пошли, Фов. Теперь нас проверяют, потому что мы пищим. В кармане этот, а, не знаю. Куртка пищит? В кармане вроде она. Там в кармане какая-то была наклейка, да? Типа цвета. Не, вот в этом. А ну-ка найди. Не, надо другую. А, вот она и пищит, да. Так ее убирать, да, мам? Да. Давай. Ну, пищит, а совсем да. Да. Все, нашли, теперь не будем пищать. Нет, я же говорю, неинтересно. А, туда на детскую игровую площадку ты хочешь? Но сейчас мы пока не это. Не, мы сейчас еще в Декатлон идем. Все, пошли? Сейчас мы зашли в М-видео, смотрим радиоприемники Башки Тай на день рождения. Ну вот этот самый, конечно, эпатажно выглядит, да? Вот он стоит еще 790. Конечно, вот этот понравился, но это не для бабушки Тая, не так что... Ну, это с фонариком. Да. Об этом мы в Дойчмане, и тут такие клевые тапки. Кого, тапки? Наверное, пока нет. Нет, мам. Пошли. У них ходить. Пошлите до папы, посмотрим, что там папа выбрал. Папуля купил себе обувь, покажи какую-то. Дойчмане вот такую вот. Блин, вообще ничего не было видно, да? Ну и хорошо. Это секрет не будет? Ну, ничего не надо. Я даже три отдела. Раз, два, три. Живот. Антохе мы купили футбольную форму, сейчас ему напечатают номер, да? Все,
Здравствуйте. Готово. В общем, получается 22. Номер Довгаль фамилия. Вот 480 рублей обошлось нам Антохина футболка с цифрами. Стань, я тебя сфоткаю. Она уже остыла. Всех фотографировать? Да. Все? Вот все наши покупки. Ура! А я, получается, 21-й? Сколько мы тут потратили тысяч, получается? Нет, ты вратарь Акинфилевич, один. Надо считать, да? Пошли, клади там в пакет. Вот это 3 рубля.